Есть минутка? Я буду очень рада, если ты мне поможешь. Я уже сказала спасибо. Спасибо. От всей души. Хочешь потрепаться? Я тут. Интересно. Не волнуйся, я просто наблюдаю. Честное слово, я мысленно тебе аплодирую. Привет, командор. Пришла сказать спасибо? Да-да. Доктор Форсен и перебежчики знают что-то важное? Да. У их бывших нанимателей есть лаборатория под водой, где работают над тем, чтобы, по их словам, изменить реальность навсегда. Звучит жутко. Джарвис выяснил подробности? Поиск еще идет, но, похоже, Ваим решили не распространяться на эту тему. Возможно, поэтому те ученые, которые в этом участвуют, хотят сбежать. А им держат их на 20 тысячах льё под водой. Я хочу вытащить их. Постарайся там не утонуть, ладно? Конечно. Мне не говорили, что сегодня ожидается снег. Это один из немногих входов в подводную сеть АИМ. Нужно подключить Джарвиса к охранной системе АИМ, чтобы они не предупредили никого внизу, что мы идем. Ну что, поехали. Полагаю, это метафора? Ведь у меня нет физического местоположения, я не могу ехать. Да, принято. Глупо ведь ждать спокойной жизни, верно? Тут несколько уровней шифрования. Чтобы захватить управление лифтом, нужно время. Пока ждем, разберусь с этими ребятами. Простите, парни, я тут лифт жду. Похоже, у нас особый гость. Этот робот оснащен защитным полем. Чтобы добраться до лифта, надо его уничтожить. Есть. Противник убит! Спасибо. А! О! Что-то мне не очень. Старка подбили. Эй! Спасибо. Все. Эй,
Спасибо, дружище. Спасибо. Довольно с тобой, Сергей. Все в порядке. Это было достойно. Что-то мне не очень. Под контролем. Ну что же, вперед в неизвестность. Это было весело. Эй, Джарвис, помнишь наш разговор? Да, мисс Романов. О чем вы? Джарвис, расскажи все командору Хилл.
Под водой сеть АИМ наиболее уязвима. Мисс Романов попросила меня открыть доступ к внутренней сети лаборатории. Зачем? Увидишь. Так, я внутри. Что дальше? Впереди охрана. Мы получаем сигнал СОС. Нас кто-нибудь слышит? Мы отступаем! Отступаем! Боже мой! Это один из наших ученых. Направляюсь к ним. Джарвис, помимо работы над нашим маленьким проектом, выясни, зачем им глубоководное давление и вулканы. Понял. Вот это вид. Джарвис, они над глубоководной океанической впадиной? И, вероятно, не случайно. Вулканы и глубоководное давление нужны для ряда научных исследований. Да уж, и зная о им, вряд ли это на благо общества. А день, наверное, так хорошо начинался, да? Унилучу! Доктор Рамос, держитесь. Это вряд ли получится. Это очень смело, восстать против преступлений начальства. Вот только сейчас мозги уступают мускулам. Поэтому нас и позвали.
противник! Огонь! Открыть огонь! Твоим подводным друзьям нужна помощь. Потанцуем! Уже не встанет! Чтобы попасть за эту дверь, придется ненадолго стать невидимой. Если они будут на меня пялиться, ничего не выйдет.
твоему тренеру должно быть за тебя стыдно. Недурно. Весьма недурно. Пока-пока. У нас гости. Есть еще порох в пороховницах. Берегись! Неплохо. Готовишь мне подарок на Рождество? Еще не совсем. Но открытку гарантирую. Реактор должен быть впереди. Я засек высокий уровень необычной радиации. Джарвис в замешательстве. Это плохо. Противник нейтрализован. Почти. Просто не забывайте о датчике движения, ладно? Ладно. Эта затея становится все опаснее. Это еще что такое? Это реактор на X-элементе. Главный выключатель защищен 4 предохранителями. После их уничтожения останется подключиться к сети, как и хотела агент Романов. Это был твой план, вдова? Это? Нет. Но украсть что-нибудь у АИМ — это всегда приятно. Царапина! Пустяки, просто царапины! Мое секретное оружие!
уже не встанет. Это было скучно. Молния! Рази! Предохранитель есть. Следующий на другом этаже. Поднимаюсь. Джарвис, как там подключение? Сеть защищена. Внедряю трояны. Если ты мне не расскажешь, что происходит, я сверну операцию. Мы обе знаем, что только я могу довести это дело до конца. Доверься мне. Над вами расположен датчик движения. Советую двигаться незаметно. Минус один. Что-то мне не очень. Спорим, завтра ты даже встать не сможешь. Спасибо тебе. Так, осталось два. Джар. Зачем нужен этот X-элемент? Я все еще нахожусь в процессе определения его назначения.
Тебе начинает это нравиться, да? X-элемент получен. Что-то загрузило в их систему. Вирус выкачивает понемногу деньги с их офшорных счетов. Американских долларов? Так и думала, что тебя это зацепит, Тони. Отправляю вам координаты. Встретимся там, и я все объясню. Были нужны деньги. Я мог продать землю родителей, дать тебе взаймы. Не для меня. Откуда я знаю этих людей? Потому что ты видела их 5 лет назад, на борту Химеры. Нелюди? И все остальные, чьи жизни мы поломали. А им заработала на Дни Мстителей, а я... Играла в Робин Гуда? Меньшее, что смогла. Нет, Над. По чести сделать меньше, я впереди. Да и все. Стало легче. Ты о чем? О мне. Нет, но знаете что? Кажется, я чувствую себя не такой слабой. Решишь повторить? Зови нас. Я подумаю об этом. Джарвис, удалось выяснить, зачем нужен X-элемент? Для точного ответа требуется лабораторный анализ. Пожалуйста, разместите элемент в контейнер высокого давления на борту Химеры. Хорошо.